зовут Савченко Анастасия, я из города Москвы, Россия, и я обучаюсь в студии «Арт Веранда Дети». Вместе со студией мы сделали коллекцию по теме «Сказочный герой в моей душе». И мой герой – это Анастасия. Название картины – «Найти себя». Меня очень заинтересовала эта история про Анну Андерсон и Анастасию. Анастасия – это младшая дочь русского царя, последнего царя Николая II. Анна Андерсон объявила себя в Германии спасшейся Анастасией Романовой. И некоторые из Романовых подтвердили то, что она Анастасия, но некоторые отвергли ее. У нее были те же ранения после расстрела в России, те же болезни, что и у Анастасии. Она была схожа чем-то в лице с даже ее сестрой Татьяной глазами, например, и с Анастасией носом и ртом. На картине представлены осколки прошлого, а также в зеркале маленькая Анастасия, царевна. В своем знаменитом наряде на последний царский бал, карточный бал. Анна пытается прислушаться к своему сердцу. Что же ей оно говорит? Остаться в своем прошлом, но больше не оскорбленной, в темноте. Или же полностью погрузиться с головой в новую историю. Но даже когда она погрузилась в историю Анастасии, она не могла ничего вспомнить цельно. Помнила только отрывками, осколками. Анастасия для нас – это лучик света и надежды. Надежда на то, что хотя бы один человек нашелся, который помог спастись из-под расстрела Анастасии и переправил ее к родственникам в Германию. Я хочу, чтобы у зрителей эта картина вызвала ощущение поиска нового себя. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам конкурса, а также жюри, за предоставленную возможность поговорить со зрителем. Я уже участвовала в этом конкурсе 4 сезона, и в 20-м сезоне мне удалось выиграть гран-при. Для меня будет огромная честь получить ваше внимание снова в гранд-финале.